Друзья, вот часто я слышу от многих людей, невротиков, даже от нормальных людей, у которых какая-то тревога. Вот я тревожусь. Вот мне нету настроения что-то делать. Есть ли какая-нибудь такая таблетка? Пьют всякую подряд дрянь. Ну, в лучшем случае они какую-нибудь травку пьют, как говорится, безвредно. Но пьют сильные лекарства, антидепрессант. И они забивают свою вегетатику, которая бурлит. И вот необходимо потренировать свою вегетатику, не забивать ее. Это представьте, вы лежали долго в гипсе, и когда вам сказали, можно встать и ходить, вы не ходите, а ходите на костылях, вас возят на коляске. Вы сможете научиться ходить на этих ногах? Нет. Мышцы атрофированы, суставы уже не гнутся. Так вот и здесь, в нашей вегетатике, заключается та проблема, что наша вегетатика сдурила, как говорится, сломали ножку, сломали вегетатику. Она качается. Мы или таблетками, или нытьем как-то дистанцируемся от этой вегетатики. И прикладываемся, прячемся. Прячемся за мнимые проблемы. Прячемся, просто из дома не выходим. Мы просто как-то изолируем себя от общества, изолируем от своих обязанностей, изолируем от общения. И посмотрите, даже когда здоровый человек, не невротик, пролежит там 2 недели в гриппе или еще что-то, ножку тоже сломали. Когда он выходит на улицу, у него голова кружится. Когда он начинает общаться с людьми, у него шары на лоб лезут, он начинает их пугаться. А вы невротик, который еще додумывает это. Когда вы утром резко встаньте, покачаете головой, у вас голова закружится, и вы начинаете думать: ох, 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 я умираю. Наверное, я с ума сейчас сойду. Сейчас упаду, и по мне проедут и пройдут. Да нет, у вас просто вегетатика дурит. Ну, ножка плохо сгибается, мышцы плохо работают. И вот вегетатику нужно тренировать. Первое – это включаться в реальность, чтобы как можно больше и шире воспринимать ее реальность во всем многообразии. Вижу, слышу, нюхаю, пробую, трогаю. Второе – это надо чувствовать свое тело, координировать его в пространстве, создавать эмоцию. И пусть тебя качает, пусть у тебя сердце как птица в клетке бьется. Но оно бьется, сердце, потому что ты валялся, ты прятался, а тут вышел на люди. Ты вышел в этот реальный мир. И сердце должно забиться. Немножко вегетатика, симпатическая нервная система возбудилась. Да и хорошо. И когда вы сможете уравновесить эти вегетативные нервные системы, вы себе говорите: о, я молодец. Я молодец, что поднялся по ступенькам, натренировал мышцы ног. Я молодец, что смог открыть себе этот мир во всем его многообразии. Вижу, слышу, нюхаю, пробую, трогаю. Я молодец, что я почувствовал свое тело, что я его координирую в пространстве. У нас дальше будут упражнения, упражнения на то, чтобы тренировать вегетатику. Но первый момент – это встань и иди. Меня качает, у меня голова кружится, у меня дереализация, деперсонализация, панические атаки, нахватались слов. Да так и должно быть, когда ты долго прятался. У тебя обязательно должна кружиться голова, у тебя обязательно картинка будет смазываться.
Нет, у меня вот пусть здесь сделают хорошо, и потом я выйду новенький, как 5 копеек. Нет. Ты выходи, ты тренируйся. И потом будешь как 5 копеек. А может быть и рубль 20. Ты понимаешь, все приходит с тренировкой. И вегетатику тоже нужно тренировать. Поэтому вот эти есть у меня этапы, этапы тренировать вегетатику. Конечно, есть мысли, которые мешают, но про мысли мы поговорим в другом ролике.